Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи, что мне более подходит. Вашему вниманию предлагается вариант интереснейшей загородной недвижимости. Жилой дом на земельном участке 40 соток с газом, с электричеством, с скважиной на участке, с банькой, с хозблоком и в хорошем состоянии участок 40 соток, деревня Вяльковка, Александровский район, Владимирская область. Ну, километров тут примерно 115 от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Газ в доме, я подчеркиваю. Возможно приобретение данного объекта недвижимости с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Помогаем, оформляем. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, Рутуб, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен каналах. Производит очень приятное впечатление, значит, данный земельный участок. Видно, что человек ухаживает, видно, что, значит, делалось все с умом. Также к данному объекту недвижимости относится вот этот вот гараж, который у нас из панелей состоит. В советское время, когда огораживали место для сварки, использовали специальные панели. Все было по технологии. Вот этот гараж и построен из данных панелей. Земельный участок 40 соток. Огорожен частично и частично в поле. Сейчас вы посмотрите. То есть можно, в принципе, разделить на два участка. Магазины, автобусная остановка. Все в шаговой доступности. Магазины чуть-чуть подальше, в деревне Легково. Их там два магазина, автобусная остановка поближе. Транспортное сообщение регулярное. То есть от города Александров ходят автобусы в сторону Кольчугино, Владимира, Долгополья. То есть постоянно. С общественным транспортом проблем нет. Счетчик, вашему вниманию, газ введен. Все, естественно, оформлено. Плодово-ягодные насаждения. И также, это важно, вот эти моменты важны, для того, чтобы на участок что-то ввозить, вот эта вот сеточка, она на проволоке, все развязывается, и вот у нас территория, по которой можно въезжать на машине. Ну, к примеру, там, я не знаю, какие-то строительные материалы, еще что-то, хотя перед домом тут места также, значит, более чем достаточно. Давайте пройдемся на территорию. Дом бревенчатый. С бревенчатым двором и террасочка у нас каркасная. Общая площадь по техплану тут 70 с чем-то квадратных метров. Я подчеркиваю, это вместе с пристройкой и терраской. Документы в отличнейшем состоянии. Границы участка уточнены и границы дома уточнены. Техплан получен. Фундамент, как вы можете наблюдать, в хорошем состоянии. Окна двойные, то есть дом пригоден для зимнего проживания. Отопление газовое, также есть резервное печное отопление. Заходим на территорию участка, террасочка. Ваше внимание, пристроенный двор. Ну, в него мы сейчас зайдем. Давайте по участочку пройдемся. Вот здесь вот, где калина растет, там пожарный пруд раньше был. Там, кстати, осталась, ну, грубо говоря, яма. Да? Можно как-то использовать для тех, кто любит водоемы на собственном участке. Река тут в шаговой доступности. Купание, рыбалка. То есть она имеет свойство расширяться, сужаться. Не Волга, не Ока, конечно, но места интересные. Значит, участочек у нас, часть участка, ну, наверное, половина, что ли, огорожена со всех сторон, как вы можете наблюдать. Сеточка сварная такая по, значит, боковой части, профлист и железный каркас. И далее он выходит в поле. Участок единый, 40 соток. Границы уточнены, еще раз подчеркиваю, отмежован, все как положено. И примерно вот до той березки. С правой стороны также он огорожен соседским забором из железных столбов и сетки рабицы. Ваше внимание, домик
вот это вот баня. То есть технология следующая. Уже привезена она была в готовом виде. То есть не бытовка, сделанная в бане, а уже специально из бытовок делают бани. Есть такие организации. Была привезена. И дровник. Давайте сейчас пройдемся сначала по дому, потом в баню и в дровничок зайдем. Ваше внимание, скважина. Тут 20 с чем-то метров. Значит, подчеркиваю, очень хорошая, питьевая, вкусная вода. Это важно. Электричество и вода – это жизнь. А тут еще и газ проведен. Начнем осмотр дома с прируба, с пристройки. Здесь прекраснейший сухой погреб. Обратите внимание на состояние бревна. В хорошем функциональном состоянии. Установлен газовый котел АОГВ. Все официально, все оформлено, все документы имеются. Ваше внимание, при входе в дом у нас кухня сразу. То есть, ну, можно, конечно, все это переквалифицировать по желанию новых владельцев. Газовая плита. Вода в дом не заведена. Это важно. Вот. Но, в принципе, при желании можно все это сделать. Террасочка. Отопление везде разведено. Радиаторы мы с вами можем наблюдать. Еще раз, значит, повторюсь, дом для зимнего проживания. Приезжайте. То есть, можно зимой ночевать, жить. Земельный участок 40 соток более чем достаточно. Можно на два разделить. Ну, в общем, для фантазии места достаточно. И, внимание, печь, кирпичная печь, как резервное отопление. То есть, раньше дом отапливался вот этой вот печью. И все было прекрасно. То есть, люди зимой также жили. Сейчас, естественно, газификация у нас работает по всей России. В частности, в Александровском, в Киржачском районе. Киржачском, извините. Газифицируют все практически. Поэтому с наличием газа стало гораздо проще. Радиаторы, все есть. Большая комната. И маленькая комната. Уютный, компактный, небольшой домик. Собственно, давайте пройдемся в баню и в дровник. Ваше внимание, баня. Состоит из комнаты отдыха бойлерно, если можно так выразиться. Ваше внимание. Насосная станция, горячая вода отвод нагревателя. Душевая кабина. Здесь вот дрова у нас закладываются. И, собственно, сама парилочка. Что еще нужно для счастья? Небольшой домик, земельный участок. Газ, электричество, вода, близость городской инфраструктуры города Александров, удобно добираться, то есть автобусы всегда ходят. И дровничок, ваше внимание. Туалет торфяной. А здесь запас дров для бани. Еще раз, то есть часть участка огорожена у нас комбинированным забором со всех сторон. И часть участка не огорожена. Возможно, прописка, разведение крупнорогатого скота, птицы. Ну, в общем, это деревня Вяльковка, Александровский район, Владимирская область. Живописнейшие места. У нас здесь есть, не надо никуда далеко ездить, все под боком. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru. Рутуб, Ютуб, Телеграм, Яндекс.Дзен каналах. Возможно приобретение с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Оказываем данную услугу от 0 до 100% под ключ. Небольшой уютный дом с газом, электричеством.
водопровод, собственная скважина на участке, баня, дровник, участок 40 соток, деревня Вяльковка, Александровский район, Владимирская область. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости, а также полный спектр услуг в сфере недвижимости любого характера. Вашему вниманию.